Здравствуйте, друзья! Вы смотрите влог «Финансы университета», и сейчас мы с вами отправимся на мероприятие, которое будет интересно каждому студенту, который мечтает открыть собственный бизнес. Это летняя школа финансового университета «Финтех», которая организует бизнес-инкубатор финансового университета. И расскажет об этом мероприятии нам Бутурлин Илья Владимирович, преподаватель департамента финансовых рынков и один из руководителей бизнес-инкубатора финансового университета, а также Диденко Александр Сергеевич, директор бизнес-инкубатора финансового университета. Проводим ежегодную школу по финансовым технологиям. В этом году она посвящена фининтернету вещей. В этой школе принимают участие студенты и практики из Москвы, Самары и Томска. Если студенты не обладают необходимыми компетенциями, мы им предлагаем усилить их. Мы проводим для них мастер-классы, обучающие занятия и даем практическое задание по решению кейсов в сфере финансовых технологий. Понятно. И по итогам они представляют свои проекты. То есть студент может приехать со своим проектом, или он может сюда приехать как поучиться, и, может быть, в процессе у него появится идея проекта. Хочу вас представить одного из руководителей бизнес-инкубатора, Диденко Александра Сергеевича. Может попробовать протестировать свою бизнес-идею и, возможно, даже попасть на одну из программ акселерации. Одну из них, по крайней мере, мы точно совершенно будем делать с французским акселератором NUMA. То есть вас будут люди тречить, которые, вообще говоря, по всему миру выращивают стартапы. Возможности здесь такие, что если вы попадаете на программу акселерации NUMA, а для этого вас должны сначала отобрать, а для этого вы должны вырасти до этой ситуации, то они у вас берут 10% капитала и инвестируют в вас 10 тысяч евро. И, в общем, это чем-то похоже, на самом деле, на учебу, потому что у вас каждую неделю есть определенные задачи. Вас могут отчислить. Вас могут отчислить с программы, так сказать, и это будет, в общем, покруче, чем из университетов. То есть я, как студент финансового университета, да, могу прийти, послушать, узнать. Вы, как студент финансового университета, можете сделать следующее. Первое. Ходить на визионерские лекции всяких клевых чуваков. Мы будем обо всем об этом говорить всем. Ходить, задавать вопросы, набираться ума разума, вдохновляться и так далее. Мы следуем модели акселератора. Мы говорим, что есть короткий срок. За этот срок нужно пройти по определенному количеству, так сказать, испытаний. Способ, как это, the way to succeed is to double your error rate. То есть, чтобы преуспеть, нужно удвоить количество ошибок, которые ты допускаешь. Просто ускорить этот процесс. Инкубация – это то же самое, просто очень медленно. И, скорее всего, меньше, чем два цикла. Так, все, мне звонят. Все, да. Спасибо большое. Да. Скажу, как происходит. Приглашаю вас проследовать вместе с нами на улицу, чтобы познакомиться с Мачехиным Виктором Александровичем, доцентом Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, руководителем налоговой практики компании Linklaters, научным секретарем российского отделения Международной налоговой ассоциации. Он расскажет нам про программу для магистров «Международное налоговое планирование», о том, какие студенты туда поступают и чему они там обучаются. Многие компании российские инвестируют за рубеж, зарубежные компании инвестируют в Россию, граждане перемещаются между разными странами, и у них возникают вопросы, связанные с международным налогообложением. А есть ли у вас конкуренты аналогичные программы? Ну, это очень простой вопрос. На территории нашего региона мы единственные. Наши конкуренты – это университеты, которые находятся в Западной Европе и в США. А вот, например, я студент, я пока не поступаю на вашу программу, но хотела бы узнать что-то поподробнее, пообщаться с представителями. Могу ли я как-то это сделать? И если могу, то как? Конечно, мы абсолютно открыты, и к нам приходят студенты и на разных курсах бакалавриата из других вузов, на наши открытые занятия. Мы с удовольствием всех приглашаем. Комиссия
сессия финанс-университета, и сейчас мы познакомимся с человеком, который покажет нам, как работать со списками поступающих на сайте финанс-университета. И познакомимся мы с вами с директором по информационным технологиям Андреем Владимировичем Лукичевым. Есть два списка, есть полный список, где представлены все студенты, подавшие и копии, и оригиналы, и список предзачисления, это уже непосредственно те, кто сдали оригиналы и претендуют на зачисление, если у них достаточно баллов. Да, совершенно верно. Более того, мы сразу указываем тот факультет, на который они претендуют в данной конкурсной ситуации. Этот список мы будем обновлять с периодичностью в полчаса, чтобы все абитуриенты смогли своевременно и получать информацию. Самое главное, чтобы они могли иметь время для маневра, чтобы или принести свой документ, или забрать свой документ, чтобы они четко представляли конкретную ситуацию, которая, ну, вот здесь сейчас. Полный фамильный список, в котором представлены все абитуриенты. Записей здесь очень много, но на самом деле он важен только лишь для каждого конкретного абитуриента. Ну, для примера возьмем абитуриента Тинькова. Вот, который у нас поступает, имеет, соответственно, сумму баллов на разных факультетах, имеет разную сумму баллов. И в данный момент времени он занимает такие-то позиции на указанных им в заявлениях факультетах. То есть он второй на факультете менеджмента, третий на туризме, там 16 на международных финансах факультете и так далее. Я приглашаю вас в лекторию финанс-университета, который пройдет в парке Сокольники. У вас есть возможность завести новых друзей, получить новые знания и совместить приятное с полезным. 3 августа у нас пройдет уже первая лекция. Приходите! Лекции пройдут самыми разнообразными и актуальными темами, затрагивающими в первую очередь, конечно, финансы, так как мы финансовый университет страны. Ну и далее, конечно, это и урбанистика, и семейные отношения, и инновации, и маркетинг. В прекрасном буквадоме будет проходить наши лекции, на которые может прийти каждый желающий. Это абсолютно бесплатно. Единственное, нужно обязательно зарегистрироваться. Лекции будут проходить в очень уютной атмосфере. Это не просто парк, где вы потом можете погулять, но и просто замечательный буквадом парка Сокольники, где вы комфортно проведете свое время.